Здорово, здорово, дорогие друзья, и все-таки в 2020 году быть ролику по осмотру Rage, возможно, еще завтра выпущу ролик по осмотру МТА 31 декабря, всех с наступающим. Сегодня у нас будет очень информативный видос, информацию о котором я искал плюс-минус месяц. Там вы услышите в ролике, что там 3 ноября, октябрь. Эту информацию, это все задания с бизнесов. Эту информацию еще начал искать и хотел сделать ролик, когда только вышли эти задания, когда еще было 2 задания в день, потом сделали 1 задание в день, а теперь 1 задание каждую субботу. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Итак, главная тема данного ролика — это задание бизнеса. То есть, кто не в теме, раньше, как в МТА проектах, да, купил бизнес, и тебе капают бабки, ты за них не паришься, не надо закидать бабки, как в Сампе, там, заказывать продукты, это не надо было делать. На Смотрорейдже, чтобы не скупили просто бизнес и не афкашили, чтобы бизнесы не были мертвыми, придумали задание. Я не знаю, я уже не помню, если честно, когда это придумали, где-то в конце октября, да. Было, я не помню, 20 заданий. У меня сейчас вот 20 заданий. Я уже перестал записывать, но вроде их всего 20. Раньше выпадало каждый день по 2 задания. И когда накопится на твоем бизнесе 6 заданий, ой, не 6, 12 заданий, то он перестает тебе приносить прибыль. А потом он просто взымается, у тебя вылетает в гос. Потом изменили, что каждый день 1 задание, и через 6 дней у тебя взимается оплата, и через 12, через 13, через 14, честно не помню, взимается бизнес. Сейчас сделали, вернее, все оставили, там 6 заданий, да, но теперь задания выпадают рандомно и выпадают каждую субботу. Вот, я уже испугался, что записывал ролик и искал материалы примерно месяц. Где-то записала гигабайтов 16, и то половина не записалась. Вернее, записалась, но я тупой и криворукий взял половину файлов, удалил. Потому что мне жесткий диск полный был. Но половина, конечно, осталась, но это все бомба. Я вам расскажу сейчас, какие есть бизнесы, куда надо ехать, где они едут. Ну, сейчас расскажу вам, какие есть вообще задания, где они находятся. В пример возьму свои бизнесы, откуда мне ехать, но конечные точки будут всех одинаковые. Так, давайте начнем, давайте посмотрим вообще, какие здесь задания есть. Я буду читать их не по порядку. Многие могут сказать, типа, эта информация есть в группе. Нет, братаны, информации в этой группе нету. И я никого из ютуберов не видел, чтобы он такой видос записал. Если записал, скиньте мне ссылку, я посмотрю, мне же самому интересно, сделал я какую-то ошибку или нет. Короче, есть такие вот задания. Всего 20, да. Заберите необходимые констовары, поучаствуйте в благотворительности, доставьте груз в порт Лос-Антоса, заключите контракт с заводом, отвезите товар в охраняемый склад, заберите материалы с завода, подделайте документы, продлите договор с электриками, подсыпьте крысиный яд в еду прокурору, отвезите материалы на исследование, говорите с фермерами, заберите подделанные документы, отравите конкурента в его апартаментах, заключите подряд для вызова мусора, или отвезите документы в Министерство юстиции, заберите форму для сотрудников, наговорите с сельскими копами, заберите хозяйственные товары, отвезите материалы для бедных, заберите из урны компромат на конкурентов. В принципе, половина из этих заданий находится в самом Лос-Антосе, а некоторые находятся посередине и в самом верху карты. Но чаще всего тебя будет посылать именно наверх карты. Кстати, да, не сказал, что за каждое выполненное задание, за каждый километр твоего задания, тебе будут платить по 3000 рублей. Раньше было по 1000, сейчас по 3, вроде как. Чтобы тебе не было в минус. Но сейчас я предлагаю вам посмотреть некоторые задания, которые у меня остались. Можете, если вам интересно, промотать, а можете, в принципе, ну, поставить лайк и написать комментарий, чтобы продвинуть этот ролик вперед. Давайте так, давайте наберем на этом ролике 20 лайков, и я разыгрываю 1 января, до 1 или до какого. Давайте до Рождества разыграю, ну я сообщу в ролике, разыграю, давайте 2 миллиона, 4 места по 500 тысяч на осмотр Rage. Давайте 20 лайков и поехали.
Канцелярию мы отвезли, заберите товар из порта Лос-Сантоса. Да. Все. Так. Мне 2800 дали. Мне 3 дали. Так, обслуживание, поучаствуйте в благотворительности. Берем. Вообще, а это не дом, это церковь. А, это еще одна церковь, то есть как повезет. 3000 дали. 3000, ну поехали дальше. Вот, заключите контракт с заводом. Как раз одно задание. Кабан? Ну это, вот, вот это я понимаю, заключить договор с этими. 6200. Так, надо забрать товар из охраняемого склада. Ой, куда это нам надо ехать? Посмотреть надо. Ага, вот сюда. Кстати, недалеко. Это новое задание. И дадут там где-то 1005. А, 3900. Захотела 1005. Я только что взял задание. Заберите подделанные документы. Мне выпало вот на эту заправку вверху. Мне выпало по карте 8,3 километра, но там по факту будет где-то 7,6, 7,8. Надо выполнить задание. Все-таки сколько нам заплатят? 1020 должны. 20 ровно. Connection has been closed. Договориться с фермером. Так, иконка указана на карте. И заплатили за то, что я привез. Последнее задание на этом бизнесе. Заберите материалы с завода. Так, поделаем документы. Вот, дали нам 10 тысяч. Так, отвезите материалы на исследование. Я надеюсь, недалеко ехать нам надо. Мощный, конечно, ляпс был. 3000, поехали назад. Так, продлите договор с энергетиками. Заключите подряд для вызова мусора. Вывоза мусора. Так, недалеко. Ну, ладно, пойдет. 4 километра. Поехали. Это похоже больше на металлобазу, чем на мусорку. Заберите форму для сотрудников. Так, что это у нас за место такое? Заезжаем сюда. Ой, завез. Заезжаем, чем дадут? Заберите хозяйственные товары. Давайте посмотрим, где она находится вообще. Где-то в селе. А! А чё так близко? Никто не подскажет. Там на другой стороной было заезжать. Ну пофиг, я вот так перелезу. Да и в принципе всё. Итак, пацаны, новое задание. Отвезите материалы для бедных. Нажимаем. Будет у меня, не знаю, как бы предчувствие, что это надо везти в какую-то деревню, где одни вагончики стоят. Либо в деревню альтруистов, или как они там называются. Ну почти. Вообще не угадал. Напротив задания, где нужно забрать поддельные документы. Ну поехали, посмотрим. Там вроде палятки. Палатки стоят, вот такое что-то. Ну, в принципе, для бедных. В принципе, подходит. Ну, палатки. Может, у них какой-то, не знаю, пикник. Почему сразу бедный? Ну да. Что-то такое, такое интересное прям. Впервые вижу. Не знаю, что это такое. Так, заходим здесь, что-то там нету. Было бы прикольно, если бы добавили NPC. Это было бы антуражненько, капец как. Ладно, поехали. Короче, пацаны, новое задание. Договоритесь с сельской полицией. Где она находится? Да, не близко. 11 километров надо будет ехать. Вот. Ну, поехали, да, посмотрим, что там. Ну, что, заезжаем. А, внутри. Хорошо. И все, да? Ну блин, NPC добавили, было бы интереснее, что ли. Пацаны, последнее задание, это заберите из урны компромат на конкурентов. Берем его. Что-то мне кажется, или урна слишком далеко, прям слишком. Я не представляю игроков, которые где-то вот здесь бизнесы, где каким им нужно ездить и в урну, и это, заключить заводом контракт, благотворительность, что еще здесь есть. Да вот тут забрать поддельные документы, это же капец, сколько им ездить надо. Интересно, что же могли забыть мои конкуренты здесь? Прям очень интересно. А, что там лежит? Кола. Какие-то чипсы, не чипсы.
На этом все. Я надеюсь, этот ролик хотя бы был чем-то вам интересен и чем-то вам полезен. Если это так, поставьте лайк, напишите комментарий, напишите идеи для каких-то роликов. Можете что-то написать мне в ВК. Тыры-пыры, как-то сойдемся. Ну, с вами был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем хорошего года. Всем пока-пока.